Мне похуй вообще. Типа, лишь мы бы запомнили, падали, тут свидетелей просто. Много. Так, чё-то я, блядь, хотел сделать, забыл, нахуй, сука. А, рейд почти фул, нахуй, надо посмотреть, кто там. А чё, кто-то ещё побежит? Ты меня накинул, не? Нет, нахуй, я забыл, блядь. Собусь. Вырубите. Сейчас я... Если бы ГП накинул, за что я мне? 28-633. Где ты, блядь? Давай. Ебать, нага полетела под водой, блядь. Вы там к рыбе, да, идете? Ну да. Что-то тихо очень пиздит, там нихуя не слышно, нахуй. Это Вов Майло. Это там дохуя, надо в два раза меньше ему накинуть. Ну-ка, да вы что, охуели? Ну-ка, 598 минус 250, сколько будет? Алло, блядь. 598. А 700 просто кидай, и все. Ебаный в рот. Ладно, 600. Чем минусовать? Плюсовать надо. Округляешь. Но. 600. Да вы охуели, блядь. Тогда уж до 1000. 600 минус 250, сколько будет? 350. А чё 350? А теперь минус 2. Сколько будет? 348. Нихуя себе, реально, что ли? Нормально, блядь. Так это ЕПС. А сколько ЕПС срезалось, оно, блядь? Не, у него больше было. Это... Короче, халика, блядь, буду панчить. Ну, мне скрин дал, бля, я не знаю, но сейчас посмотрим. Сравнить точности со скрином. У него было приора точно меньше, чем у меня. У меня приор был 40, 41 или 42. Там на скрине все есть. Почему ты приор не заскринил? Там видно на скрине? Там все есть, там все есть. 47-88. У него приор. Ну, сейчас да, сейчас норм. Ну, как и было. Типа, ну, я все скриню. Так, кто у нас чилить будет сразу? Кто чилить я могу будет? Почилить. От души почилю. Ты не можешь. Ой, сманите мне еще раз, я себе фласки куплю. После конца могу почилить. Так, подожди, давай-ка типа ГП откроем. Ты когда на работу? Через час небольшой. Хуёво, почему так, нахуй? Так. Почему так, нахуй? Так, друид-инвалид тут? Так. Да-да, тут. Ты опять забираешь. Вы что, ачивку хотите? Кусок первый. Прием. Какой друид инвалид? Может, не надо. Почему? Не хочешь? Или что? Не надо, дядя. Не, давайте после этого РТ расскажу под мою ситуацию. С онлайном что-то? Можешь там потрясся. Чуть-чуть. Водить. Самую малость. Временно. Ну это временно, надеюсь, да? Да-да-да. Мэтт Фокс тут? Здесь тебе Никита с газом. Забираешь ты опять первый кусок. Так, этот самый, на стресс тебе надо что-то со слепца? С рыбы надо тебе, по-моему, да? Что-то надо с рыбы. Ладно, гляньте пока, это самое. А на слепце глянем. Ну, в принципе, трай можно дать. Так, ох, давай. Сколько рыбёх. Так, кто у нас там, блядь? Давай. Вот Фокс в хила тогда. Да. Где Транквила? Вот, бля, вот. На учебе, по идее. Вот. Да, он говорил, что на учебе будет. Два эрдру, короче, давай мы Фокс хила и два хапа лейтся, чё? Глеб, кто? Ты чё, нахуй? На легион, когда переходим. Какой нахуй легион? А, там бидон, блядь. Этот, Мэтт Фокс в этого, в сову обратно. Вот, Глеб, смотри, ну? Смотри, ну там как эта хуйня бегает. Да я ж видел, ты ж мне поэтому, блядь, показывал. Пиздец, блядь. Криковская тема какая-то. Мне нравится. О, ты чё, в танке будешь, Костя? Короче, я МП5 кидаю. Хочешь потанчить? Костя. Хочешь потанчить, да? Окей. Пикас. Ой, блядь, ты кулаки. Жанти, а у тебя осколок есть квест собирать? Осколки? Уже. Почти. Так, сколько там уже? 8 человек, нахуй, в очереди. Так, а чё тут пьется сапрот? Чё там рарник чилит, бля? Трэп сапрот. Уже съебал туда же с онлайном, да? О, надо рарник. Можно каску кулак по друидам? А ты, ну, Костя, удалил, да, этот... Как он? Поле павер. Я, да. Я через воду бафа. Вот нет бы быть нормальным и бафать через полипауэр, чтоб всем все видеть. Да, еще один аддон дайте, мне надо. Дайте куда столик. А так через полипауэр...
Так, Войт, а Войт? Чё? Касковый кулак. Вот, бери, иди поставим. Продвинем ты бафа через Вуду. Это кто-то на тос? А. Да, в пизду что-то я мне сейчас настроение отыграть. Ну чё ты, блядь? Чё? Чё такое, ну? Я посидел в кукаре. Чё, ты на Т5 чё? Не врываешься? Не получаешь кусок? В смысле, у меня есть кусок. Один? Я на Т5 врываюсь. Ну да, мне робота надо. Ёпта, блядь, сказал бы. Ёбаный волк, сейчас портал есть. У тебя ж портал есть. Портанёшься ещё. Жрите рыбу. Ну да, если что, пингуй, я возле компа в кассе сижу. Хотя даже боссе, наверное, будет сидеть. Давай, смотри, Рианти. Ты вышел там с отста. Короче, надо, чтобы пояс выпал хоть-то нахуй. Кто выпал? Пояс. Рианти тут, не? Принимай. А, танковский, что ли? Угу. Блять, он АФК нахуй. Ты тут, принимай, стой, я тебя сумоню. Стой, печеньки. Я кинул сумон. Так, ловите рыбу. Так, а где я стоял, чтобы не откидывало-то, блядь? Сука, где мы вообще? Около столба можно встать, можно встать на платформу. Фольдринг? Вот ту дальнюю. Я трэш. На дальний не откидывай. Видно рыбу. Что-то откидывал. Ну, там по-моему вроде стояли в прошлый раз. Ну, столба встану, нахуй. Дайте инфу, что да делать, ребят. Давайте. Что тут делаем, босс? Ловите ебаную рыбу, нахуй, быстрее, блядь, чтобы босс вылез. Подождите минуту, пожалуйста, я вышел из мира, мне надо дом включить. А, ну тогда отмените ее, мишки. Не знаю, что у тебя с мамой. Сейчас я уже захожу. Короче, нахуй. Какого-то бафа, блядь. Вика сифилис, нахуй. Все, захожу. Алло. Вы, блядь, зачем вторую пати поменяли? Короче, смотри, вот здесь, блядь, будет моб, вот тут я стою. Ридара во вторую закиньте. Вот, ты меня видишь, вот тут? Блядь, стоишь сейчас. Вот, на платформе. На, закидываю. Так. Я его первый грип, а второй грипаешь. Да, весь так это было, не пучит, пожалуйста. Я его грипну сюда, понял? Ну, где-то не сюда. Не ловите примерно рыбу пока. А мне его куда грипнуть? А что тебе в пачку к мобам где-то сюда грипать, ну, надо. Ну все, блядь, хуйня ебаная, заебись. Вся тактика? Ну это все, что нам надо сделать. Не стоит, блядь. Мелите в череп, встаньте. Можешь там кто-то взять броню, этот самый, я тьму взял, короче, он Холидринг возьми или Лингрид броню. Холидринг пусть, у него забрал. Прокачано. Все, я третью забрал. Че, алкашную баночку надо для приличия хоть выпить, да? Алкашную, да. Что алкаш? Там, по-моему, ты имеешь в виду талант, там, по-моему, все ауры под всеми, он плюс 6 хилу дает. Нет. По-моему, под всеми. Под прото-аурой. Нет, захил идет под всеми. А прото только увеличивает количество брони. Сам талант от прото-ауры. Ну, аура брони, да, синяя. А захил идет от всех аур. А захил увеличивается под всеми аурами. Да. А так он сколько дает? 2000 брони, а так 3000 типа с талантом. Или сколько он? А че, ебать, я один черный двор нахуй. Ты зашел, нет, Травист? Только загружаюсь. Еле закрыл игру. Там просто написано черный? Аура благочестия, блядь. Не, ну прото чисто дает. Дань, просто черный не я один. Увеличивается количество брони. А там дальше приписка есть, то что под вашими аурами ходящее исцеление увеличивается на 6%. Нахуй рыб кормить. Да, то есть под любой ауру, если протопал есть в рейде с этим талантом, он на 6%. То же самое с рейдерой аурой в Эрпал спете. Хоста у тебя увеличивается, когда ты... А, ну да, аура, ну. Ну и у друида аналогичный баф. По-моему, он не стакается, вот этот. Нет, не стакается. 6%. Нет. Рдру, либо хэпал должен быть обязательно в рейде. Либо протопал. Пропал, да. Захожу. Не знаю, что так долго. Бог простит, я запомню. Надо следующего робота в два танка попробовать. Да я что-то хуй знаю. Ну нахуй, так нормально. Не являюсь таким огромным, что там можно попробовать один трай чисто. Ну да, why not? Не, ну надо глянуть, ну. 1-9 траев. Не, ну если там 2-3 трая не получится, то просто заебашим, как раньше били. Позицию нашел, Сержу. Давай меня вставай. Будет откидывать на стол. Смотри. А ты достанешь? На такой РНЖ невозможно убить. Блять, полчаса времени прошло уже. Ты стоишь, тебя откинет стол в любом случае. И все, загрузился. Придумали.
Это, знаете, что такое? У меня есть кое-какая просьба вам, нахуй. Когда ныряете на водомете, нахуй, не ныряйте с внутренней стороны этой деревяшки кольца вот этого так, чтобы вас хилы не доставали. Я потому что, когда ныряю, нахуй, ныряйте поглубже, чтобы вас хил мог достать вправо-лево, назад-вперед 40 метров, нахуй. На дно, ебать. Поглубже, нахуй. На дно. Короче, я надеюсь, понятно, нахуй. Потому что вас из-за деревяшек не видно, и вы там подохнете, нахуй. А мы в деревяшках просто часть команды, часть корабля, блядь, понимаешь? Да, это, ловите. Всё, я сейчас окажусь. Ловите эту хуйню. Дядя, не надо. Ебаный босс. Налагай, я тебя умоляю. Так у нас... Чтоб не лагали мы, нахуй. Страж кости держит, правильно? Да. Окей. Геру? Давайте, давайте, Геру хуярим. Деда маг, нахуй, что там, блядь. Минус 6 лямов. Срыв? Нет. Страх, он даже боится, сука. Поглубже, чтобы до вас хилы могли доставать. Сейчас пока мобов нету. Тролде не достаю, нахуй. Сразу, блядь. Вот, что это, ты бич, что ли? Вынырнул или что, нахуй? Алло, блядь. Я, блядь, спросил, что делать, я не в курсе, блядь. Валай, блядь. Мы сказали, нырнуть, блядь. И что, блядь, сука? Любой ДКшник в пачку, грипните нахуй слева, блядь. Похуй, где любой. Равист, ищи викарис, сифилис, нахуй. Если этого бича. Я боюсь, это плохая идея, ну, допустим. Вон он в черепке, блядь. Ничего не плохая, нормально. Вон он в черепке лежит, его тело бича, бичевское. Бичевское, блядь. Три раза спросил, ну ладно. Уже распухшая. Так ебать, что ты нырнуть не можешь? Ныряй нахуй на следующий водомет, вот эту хуйню. А тут все, просто... Сейчас я понял. Подъебало стражи вот этих, не заходи, вот которые сейчас бьют в точке нахуй, танки. Смотри, тоже кливом бьют нахуй. А все остальное хуйня. И гриппы вот этих, кто на они? Душительниц. Глеб, массакру. На что массакру? Под трэш. Не, я понимаю. А, все, блять, я про мапу думал. Забей. Я мудак. Прыгаешь в воду и будешь жить ровно нахуй. Что-то с хостой чешу нахуй, я не приодел. А что сейчас с хостой? Показал. Из-за Ювы, может, забагалось. По кому? За какой Ювы? Инквизи, как там чел? Заебет. Да пока не надо давать. Он два раза срывал. Что-то меняли на Юве или что? Ныряем нахуй. Вода. Сифилис, ныряем. Чтоб ныряли мы ровно нахуй. И жили честно. Такого не будет, нахуй. Честно или ровно? Да. Честно. Честно. Честно, ровно, блядь. Так, он ушел, босс, нахуй. Всем, блядь. Гриб слева, нахуй. Ой, бля, не сдохни, нахуй. Хули ты молчишь, на тебе каски нет, ты молчишь, блядь, сифилис. Похуй. Она отвалилась. Я хрените, блядь. У меня нормально, блядь. Нормально, блядь, ДПСа мало, блядь. Сколько у босса вообще снесли? Ну, уже половину. Давай, сейчас, чтобы до 10% сифилис работал. Нормально, блядь. Пей фласку, ты там откатился, блядь, припот. Сейчас, блядь.
Блять, перевели ровно нахуй. Заебал ты. Блять, пиздец. Блять, мне же снится скоро будет эта фраза, блять. Чтоб мы лежали ровно нахуй. Да, да. В страшных снах, блять. Довольт задает тренды нахуй. Да и хули, когда на работу в японский ресторан устроился, мне через, ну, где-то первый месяц снилось, как я свои пальцы шинковал, ну, типа вместо огурцов, нахуй. Лежат огурцы такие. И я просто шинкую на автомате, смотрю, уже нихуя, блядь, пальцы пошли такие, блядь, колечками, нахуй. Нихуя, думаю, блядь. Это было один раз, потом больше таких кошмаров мне не снилось. Что там, из-под дивана курнул что-то, блядь? Ну, это не страшно было, но все равно кринжово как-то. Прикинь, блядь, шинкуешь пальцы. Ой, если кринжово, так припом, блядь. Нет, я же говорю, не страшно. То есть, блядь, если у тебя пальцев не станет, не страшно. Похуй, нет, ну, они как бы. Ситуация. Они как бы были, блядь, но они в колечки превратились. Ну такие, знаешь, ровненькие, блядь. Без этого кровь даже не текла. Ты уже сам как колечко дал. Ты масса кровь дашь, Костя. Ты вообще. Я блядь, уже сдал. Что по ДПС. Так, Катрисия, пятое место. 24 400. Понял, блядь. Катрисия, глотай это пыль, ёпта! Накручиваешь нахуй на бешенках, я понял. На нахуй. Понимаю. Рассекающий удар нормальный, да, пацаны? Так. Вот Фокс Седжу. Ну, а Вадикон, соответственно, сифилисника второй раз. Лестница. Оп. Опа. Ясно, блядь. Ну и бафы по нему, соответственно, я касаньку даю. И будет все ровно. А что там, еще вторая фаза есть? Это была только что вторая фаза. Ну когда трэш выходит. Это все, что есть. Это переходка, типа. А, это типа вот, вот это весь босс. Это весь босс. А, все окей. Ровный босс, да? Да заебись, блядь. То, что еще бы не отталкивал, вообще был бы заебись. Да, да, самое. А сначала и не отталкивал. Вообще манекенгу стояли бы, били, как, блядь, с рука. Охуенно было бы, блядь, да? Так и было. Ну, так и было сначала. Ну, какой-то там пидор. Кто-то, блядь, наныл. Это пидор наныл, нахуй. Ну, чё так... мы его стоим, бьём АФК, блядь, здесь? Ну, ну да, пиздец, блядь. Скучно чё-то. Так на то он пидор, и на он и наныл. Еще на Джайну на новую. Ну, ну, блядь, что-то, блядь, три фазы мало, нахуй. Давайте еще три, нахуй. Давайте 10, блядь. А че вы воду там прыгаете? И бить полчаса, да? Так, мы Фокса захилите, блядь, далеко, сука. Далеко. Да, Фокс себя сам хиль, нахуй. Ты где-то в невидимости, нахуй. Хловый, иди, простите, иди гриппай эту дыру. Да иду, блядь. Так, масса круть, да. Я сдал продлеж. Ну ладно. Мы в одно время с тобой сдали. На нахуй, рассекающий. Ну, где ты стоишь-то, блядь? Стоишь, блядь? Сука, ну почему ты там стоишь? Дури ты нули, тресы его, только не подъебало. Куда-нибудь, блядь, где безопасно. ДЦшник, ну ты вообще пиздец. Ну хуя под ебалом ты стоять. Давай захилим. Чтоб стояли мы ровно, нахуй. Бля, я не могу, нахуй. Это уже пиздец, это значит, как зубы почистить. Твою дочку. Где-нибудь. Жопой. Где-нибудь. Парам-пам-пам. Что-то дамаги рейд дохуя получается, что за хуйня? Да, что-то дохуя дамага. Стреляют где-то с обманом. Такого не было. Что, добьем за этот раз, нахуй? Мы должны, блядь. Где там инвизибы лутаешь? Блять, добьем? Не, давайте хуярьте. Не успеваю прокастовать, что-то реально с хастой. Да там и частица войд кончилась. Беги, малыш! Я им нахуй. Высоко удал, нахуй. За лутом ныряем, да?
А лут говна. Да, по-моему, другого лута здесь тапки вообще нет. Неплохие на шамана. Ну, тапки, да. Остальное такое. Не, ну а серега, блядь. Где серега, твари? Где моя серега? Серега нет. Серегу видишь. Не, ну типа, фотографии же лут говно, типа, ну а серега, типа, хуёво, чувак. Так я про лут этот. А. Ну, конкретный. А ты вот этот вот топорик носишь, у тебя с мастерством нормально? Я вот хуй знает. Ну, блядь, добиваешь камнями. Мне что-то понравилось с ТТГ. Ну а что он дает? Не, с ТТГ нормальная пуха тоже, да. В принципе, я иногда с ней хожу. Я не распалил ее еще. Ну, я что-то пока с ней не хуй знаю. А что, больших мобов удалили, что ли? Цепоги. Я надеюсь на это, блядь. А где большие мобы? Которые блевотные. Это что, Элем получается? Или кто это нахуй? Элем. Она на любого. Рэн. На Ршам. Любого. Ршам, Элем, любой. Да. Бидон. Хабал тоже. Твое получается. Не, мусор. Бидон. Потом опять статы, шмотки статы смотрю, блядь, без ДП нахуй полетели. Ну, статы подходящие на тапки мусор. Вот это грудак нараспыл нахуй. Потому что он не нужен никому, этот шмот. Он здорово идет. А можно я его на трансфут просто так заберу? Закинь это, кто там этим лутером руководит. Сейчас, сейчас. Закиньте мне, пожалуйста, парочку этих элидарей. Вот вы кому с вас сифилисы, вов, лов, на что вам надо? Не-не-не, это просто я жму консул, мало ли. Лутера, говорю, дай. Сейчас я мне шмотку дал. Тебе надо, вов, лов? Нет, Вадикан, я вообще понял, это кольцо не существует. Его просто удалили из лута. Зачем он, блядь, все существует? Где ты там, Лёх? Первая пати. Опа, вывалились с кишки. Вот нахуй твою дочку, черножопу. Сейчас. Ну прикинь, ну... Типа... Прикинь, ты черножопу и твою дочку ебут. Прикинь, наоборот, где-то в деревне, в Амери... ну, в африканской, где-нибудь там это... Сидит, короче... Отнимают. Ну, танцаны сейчас. А другой тип, короче, ну, какой-то этот... Тумба-юмба какой-нибудь, нахуй. И короче, он такой... Тумба-юмба. И он так же выступает, так же говорит, ты, говорит, беложопы. Ну, это ёбаному Путину там, допустим. А, да не надо мне столько зачем. Рассуждай ёбаному Путину, блядь, вообще. Твою дочку ебут, нахуй. Да-да-да, то есть, ну, представь... Твою дочку беложопы. Да-да-да, то есть зеркально, блядь. Пам-пам. Ой, блядь. Вот эти вот тумба-юмбы. И по-русски поёт, главное. Ну это ж хуй знает. White nigga. White nigga, yep. Опа, Starfall! Осуждают эти Starfall. Starfall! Ох, ебать. Сейчас нахуй выкинет. Ебаная, всё, нахуй, поплыли. Пока, ребят. На базу, блядь. А куда они? А куда они? А там танки улетели, да? Они за мной идут. Охуенно. Ёбаный. Ёбаная жизнь, нахуй. Так, где ты сейчас, нахуй, тихо, блядь. Так, кто сова? Его там... Тихо, за черепком идем, нахуй. Назад возвращайтесь, блядь. Идите. А, ну тут трэш есть. Бейте этот трэш тогда. Спасибо, бьем. Иди, этот... Кто там? Че, блядь, все же обрыгиваются? Ну я вроде... Я вроде... Ты сам упал. Я тебе не толкал. Не подошел, выебал мне посохом. Мечом, блядь. Дурак, блядь. А мобы за тобой идут? Вот ты сейчас бежишь к нам, они за тобой... Нет, они разбагались. Выделись. Бейте эту залупу быстрее, что за хуйня? Рома, тебя чё, РБК ничему не научили? Видимо, нет. Да его вы там просто в РБК похуй. Вы там 6 часов сидели, я вообще не понимаю. Он меня ещё и почти убил, блядь, когда меня в МК взял. Кто, я? Убивайте мобов этих, блядь. Рамис, блядь, с ним Старфолом, ёбаный. Убивайте Седжу, блядь. Да, там вчера, нахуй, люди надо мной издевались, блядь, на Кильдонасе, блядь, твари, мрази, нахуй, не прощу вам никогда. Сегодня ночью вообще-то. Это было уже сегодня. Ну, сегодня ночью, какая похуй разница. Какого хуй вообще не спали, блядь? Сегодня в белом танце кружимся. Да пиздец, я делаю раз, а эти уебаны убивают меня, нахуй, пиздец, блядь. Правильно, блядь.
туда его. Ну, правильно, блядь. Рот закрой. Чтоб жили мы правильно. Этого жидкого. Я не мордаун. Так мордаун. Мордаун вообще крыса ебаная. Он как начал пизды получать, блядь. В этом, блядь, в скате воронка. О, нихуя, пришел кулак. Там толстый пришел, тихо, он безопасный, нахуй, череп поставил. Только брандашмыга, давайте первую зальем. Вот. Крестик. Насколько безопасный? Крестик хуярим, как презервативы идем. Брандашмыг, блядь. Я бы не сказал бы, что они прям 100% безопасны, блядь. Ну, значит, настолько ты что-то, Захар, я подметил, что ты там много пиздишь. Угу. Ну, хочешь, мут меня кинь, нахуй. Нахуй не надо мут кидать, сам сказал. Может быть опасно, нахуй. Да я пошутил, не надо. Да хорошее настроение сегодня. Настроение хорошее. Ну, день сегодня какой-то напряжённый. Ты ещё бы Таната с собой замутил, ещё бы настроение охуенное было. Опа, зелёная лужа, да? Что же это такое, ебать? Это вообще похуй. Это зелёная чача. Не, ну, захилили. Ой, у тебя прям за спиной воронка лежит, давай. Не, ну, с Танатасом мы так чисто прикалываемся. В смысле воронка? Чё её не взял никто? Вон так она. Я тебе говорю, блядь, там воронка лежит. Холидринг. Ну, сейчас. Блять, лутера дай. А, он забрал, что ли? На лутера. А он где? Боится, что ты себе, короче, воронку пихнешь. Все, где? Воронку забрал, на лутера. Так он вперед убежал, так, воронка. Мне, нет, там и рофлим, рофлим. Мне отойти надо, надеюсь. Доброе утро, я возле ската стоял. А. Доброе утро. Я на 5 минут отошел, вот, не кика, если что. ГП, нахуй. Так, блядь. Иди, блядь. А ты, кстати, порезал цены на шмотки, а типа ГП в том же количестве даешь или как? Он даже прибавил. Я имею в виду за слаки. 25-50-100. 25-50-100. 300 ГП кик из гильдии, но. Это за слак? Это типа ты пятую берешь и кик из гильдии, да? Да. За слак. Так написано, на усмотрение РЛа. Я после первого босса вот этого в ЗСе такой, блядь, исчезаю нахуй. Завтра Лава и Каратрес, сегодня закройте только вторую. А, он на мобильный нет. А чё сегодня этого пятого, типа, не будем драйвить? Ну, если без меня справитесь. А, значит... ты уходишь? Все, чё, получается, Воки Алар ждет, да? А здесь этот, Каратрес? Да. Mm-hmm. Дайте кулак по ДК. Три кулака нет, блядь. Костя слакает. Кара сдадим еще бой. Прото. Ну, трэш быстрее убьем. Прото. Еще один проснулся, нахуй. Погоди, блядь. Кулаки дает, блядь, дайте кулак. А, я понял. Я все понял. Доброе утро, Глеб. Доброе. Я себе, блядь.
А чё с него падает? Что, разраливать будешь это? Чего? Там коняшка упала. Сейчас. Няшка, коняшка. О, давайте коняшку ролить. Смотри. Забери, Юля, иду. Чё, тут СВК коня можно сделать? Нам ICQ дохуя надо. Бля, да что с Роланд-то, ёб твою мать. Да чё там ICQ, блядь? Никто не сдохнуть должен, и всё. Роланд. Сука, чё-то холодно, нахуй. Оставил окошко проветриваться, блядь. Себя проветрил. Напукал, что ли? Да нет. Проветривал, говорит, окошко, а проветрил себя. Да не, блядь, чисто чтоб ты напустил. Да. Ну чё, ещё не говорили, когда долгожданный реворк будет Т4? 1 апреля. В среду. Да? Нормально. В среду будет. Уже сколько, полтора месяца прошло? Ну да. Тестят они, они же сказали, тестят. Стараются. Ну через полгода выкатят, блядь. Стараются они. Паладинов убили нахуй. Чем больше донатики, тем быстрее завезут. Так. Чё, каратрас убить пойдем? Клепто.
А может нет. Петов уберите. Я здесь. Петов уберите, один раз прошу. Или я сейчас развалю нахуй гильдию. Я прям серьезно говорю. Отойду на минуту. Про каких петов? Там знают. Подсолнухов, говорит, быстро срезали на урожай. Я думал, есть отключить голоса. Это не работает что-то. Слышно, нет? Или вы думаете, типа... Каких, блядь, петов? Он про подсолнухи. В натуре? Ну да, он звук не может убираться, поэтому... А, звуки питомцев. Не убираются. Разве? Чё, пробокс-то? А меня чё кикнули? Девочка, нахуй. Вот, хочешь, я тебе открою секрет? Отключи нахуй звук Вовки и все. А, они не убираются. А почему я должен выключать у себя звук, когда я слушаю звуки эффекты боссов? Почему я должен это делать? Да, если это именно эффекты боссов, то да. Слушайте, в ДБМе все носит. Ну а так большая часть либо в чате пишется, либо в ДБМе. Что носит? Вас ебет вообще? Может, я тебе прикажу срать против ветра? Ты будешь это делать? Я просто предложил. Я еще раз сказал, нахуй. Понимаю. Если вы дауны, нахуй, и не понимаете нормальных человеческих отношений, нахуй, я развалю это нахуй все. И будете включать в другой гильдии эту залупу все. Кто там, пусть там 25 человек. У тебя 7 секунд, чтобы мне обратно накинуть пати. Я еще раз говорю, убирайте эту хуйню, и тогда плюсуйте, нахуй. Так, ну если ты, блядь, слепой, то окей. Я не знаю, на данный момент я не слышу пока что питомцев никаких. Блядь, у меня не было подсолнуха, что ты мне кинул? Ну, забагался. Забей ты старческий маразм уже, блядь. Закрой рот, нахуй. Я по-нормальному, нахуй, просил. Вы убрали петов? Да нет, это ваше подсолнуховое, не переживай. Если вы думаете, вы будете мне указывать, как я должен что слушать, а что не слушать, нахуй, вы ошибаетесь, блядь. Это немножко не о том, нахуй, речь идет. Ты про любых говоришь или именно про вот эту хуйню? Про подсолнухи, нахуй. Бля, у меня не было подсолнуха. Это раз, нахуй. И второе, блядь. Дирижабли и мечи, нахуй. Увижу у себя в сумке, нахуй. Конкретно. Я не знаю, кто их кидает, но я конкретно ебал эту хуйню в рот, нахуй. Мне не 5 лет, нахуй, чтобы сидеть макросы делать, чтобы этой хуйней перекидываться, вместо того, чтобы нормально, спокойно играть. Не продавать это, не удалять. У меня нету желания, нахуй, этой хуйней заниматься. Чё, замену искать? Или вы убрали петов и всю эту хуйню, что я попросил? Я быстренько оформлю, нахуй. Я ебал такое терпеть, нахуй. Дайте суман. Шкафчик, пожалуйста. У вас минута, чтобы плюсануть, нахуй. Вот вам условия, нахуй. Ты секунды, чтобы кинуть пати обратно. Я еще раз говорю. Сразу же убрал, как я тебе сказал. В гильдию плюсаните. У меня фреймов нету. Ставлю рыбу. Или сейчас я других поищу, нахуй. Так, кто там у нас? Мне ДТ5 это вообще не волнует, нахуй. Если вы, ведете себя так, нахуй. Вас просят, блядь. Шкаф поставьте. Стык. Там рарники. Так, еще раз. Ч
Чё ты, холидринг на этом? Давай ты на боссе попробуешь, а Ивилаша попробует на демон-форме. Я думаю, так. Хотя хуй знает. Да разницы нету. И то, и то попробуй, короче, посмотрим. Может даже демон на тебя будет держаться. Пару тычек дашь, да отбежишь. Ну, это, дайте инфу, чё по боссу вообще. Просто бьешь на вихре и отбегаешь. Не старайся вихрь не ловить. Так и кто, блядь, на боссе-то по итогу? Холидринг. Холидринг тебя крутит, да? Значит, это после вихря Седжу напулют, а Пасифея после превращения из демона в обычную форму напулешь на Холидринка. А там посмотрим, сколько у них игр будет. У него стычки должно быть больше. Сифилис. Я каски давал, не знаю, там 4 пала. Лак вроде Лингрен дает. Все раздал уже, Томас. Так, тогда что даем? 5, 4, 3, 2, 1. Крови стрессы. Когда вот эти мобы исчезают, убирайте его, блядь, чтобы босс не разъебал вас, как вот сейчас было. Надевайте Геру на демона. Там, если на РДДшника переключится, уже нормально. Повеселому тебе. Отцелы вот это отойдите. Отойди с милизоны, чтобы ты миликом не настакил это говно. Все, и пускай на нем будет. А, он, блядь, в милизону хуярит опять. Выйди из холидринга. Пока отбегал, от как потерялась. Ты выйди, холидринг, чтобы милики не стаки не ловили эти. Демонов убивайте, которые возле вас появились. Бидон ты убил, надеюсь. Он обычная форма скоро. Вертушка 5 секунд. Так я не понял, его можно бить, типа, когда он быша крутит? Да, ну, конечно. Вы же сказали нужно отойти, я отхожу. И... Ну, если весь рейд миликов будет бить, будет тяжеловато их прохилить. Если у тебя не зыбка есть на дотку, на которую он вешает, на вертушке. Он дотку вешает, ее надо прохиливать. А, я понял. Надо аккуратно, чтобы прожимочку ты отдавал. Я понял. Сейчас на следующем попробуешь. Бля, когда в демона превращаешь, у него фрейм маленький. Миликам неудобно. Ну. Прям в него надо вставать. Демоны смотрим. Демонов убиваем. Семь секунд обычная форма.
Надо каждой тарелке одну секунду сделать. Ага. Полсекунды какой-то пятница. 3 секунды вертушка, что смотрите. Крана не отдавайте, вам дамаг еще не пошел, вы отдали уже низбеки. А желание массейв, дай. Привели. На пол 12 секунд. Там есть время до вертушки. Хотя вертушка вот 8 секунд вертушка. Скоро будет. Пасифея, пока не сдавай на пул ни в кого, на следующую вертушку сдашь. После следующей вертушки. То есть, когда вертушка заканчивается, он агро сбрасывает в ноль. Я массейв дал. Дальше озвучите, у кого массейвы есть. Незыбка или что там, или упротопало, что на следующую вертушку. Сейчас пока нормально захилим. Ну, в принципе, на следующую вертушку можно подстраховать. Когда он половину примерно прокастует, гимномных это можно подстраховать. Сейчас уже будет. Вот. Такое ощущение вокруг себя, когда бьет, тоже эту дотку я что-ли что-то не могу понять. Или это после вертушки она так долго висит? А, вот, пока бьет, вешает. Сейчас тоже он умрет, захиливайте, потому что дотка еще висит. Говно. Леха ГЦ. О, пойдет. Не знаю, блять, брать ты 5, не брать ты 5 нахуй. Каждый раз падает. Кстати, лут упал такой же, как в прошлый раз. Да. Только этот пояс блядский выпадет. Что там? ДК. ДКшный, короче. Кто там первый? Тролл Д. Магом вообще 2 куска заебись заходит. Паладин. Лёхи. Первый, да, будет? Да. Ну, у меня по прибору. Первый, ну. Так. Чё там, Лёха, первый в жопе, да? Приор. Ушёл вниз куда-то. 500 есть 500. Сразу же. Самое топовое. А мне смысл держать, у меня ГПшки не было, 250, у меня просто будет каждая РТ на хука или баца вверх-вниз, вверх-вниз, смысла нет держать. Надо что-то брать уже. Да, конечно. Лучше скинуть, блядь. Тут сейчас Марагрим. Да. Марагрим. Ну, у меня, короче, 20 минут. Может успею, а может и нет. Да там трэш еще. Хотя. Ну да, трэш еще, блядь. Как раз трэш, 20 минут. Опа!